Кристина склепала новое видео так быстренько на скорую руку, где она сидит в какой-то уродливейшей майке, заляпанной жиром, и занимается привычным для нее действием обсером всех гостей, которые пришли на день рождения к ее дочери Кассандре. Ну и включая ее бывшего мужа Степана, ему, как обычно, достается больше всех. Ну, она, я думаю, что все там, что она сказала, это ее сочинение. Якобы Степан зажал пиццу и торт, ну, дополнительные куски этой пиццы и торта для э, гостей, для вот этой женщины, ее дочек э, и для жены э, брата. Ну, я думаю, почему она сочиняет это. Во-первых, там было всего лишь две пиццы на 10 человек. То есть... Э, и такой не очень большой торт. То есть, э, шанс того, что там что-то осталось после этого скуднейшего стола, чтобы забрать домой, я думаю, что, ну, как бы даже и шанса этого не было. Там все это сожрали. Причем, в основном, гости-то были кто? Только четыре ребенка, остальные все были взрослые. Ну, что такое две пиццы на 10 человек? Там больше не было ничего. Какие-то там жалкие фрукты и все. Поэтому вряд ли эта женщина, которую Кристина обосрала, назвала так жирной и назвала ее дочек жирными. Ну, так как бы не взначай, типа они там такие жирные, поэтому Степан их ограничил в порциях, не дал им по второму куску торта. Вряд ли это тоже случилось. Ну, в общем, короче, она еще обосрала мужа этой женщины, сказав, что он там какой-то ленивый бомж, не работает нигде, она их там всех содержит. И при этом она говорит, что это сказал Степан, поэтому ему кусочка пиццы не досталось, и эта женщина якобы просила этот кусок для своего мужа. Ну и Степан сам нигде не работает и никогда не работал. Поэтому, не знаю, даже если он такое сказал, почему он такое скажет для человека, который точно такой же, как и он. Ну, вряд ли Степан этим занимался. Я думаю, что там на этом убогом дне рождения все было сожрано, вот эти две пиццы, и там просто ничего не осталось. Обычно гостям дают ä, такие маленькие подарки, но здесь даже этого не было, потому что, ну, скудное все было. И эта женщина, я даже не уверена, что она пришла на этот день рождения. Мне кажется, что она просто пришла в бассейн поплавать со своими дочками, так как это общественный бассейн. И как бы, ну, там и день рождения выпало, а все равно приглашать Кассандре некого, у нее нет друзей. Поэтому там этим девочкам сказали, ну вот, приходите и вы. Вряд ли они там что-то просили себе домой это она выдумала, потому что она, ну, типичный нарцисс, вот знаете, ей надо кого-то обосрать. Она обсирает вот этого своего Степана, она обосрала эту женщину, ее мужа, ее дочек. Ну, короче, всех обосрала, кто там к ней пришел на это убогое день рождения. И вы представляете, вот вы приходите на день рождения какой-то бабе, хрен знает, какой-то там бандероли, она вас начинает снимать, вываливать в YouTube, и при этом уже, ну, при этом обсирает, называет там вас жирной и ваших детей жирными. Некоторые мне тут написали, что э, Кристина очень бедная, она же там, э, смотри, как мучается без денег, поэтому ее дочка так плохо одета, ее одевает ее э, этот скряжный муж Степан. Но Кристина не то, что она бедная. Она бедная, но вот те вот эти деньги, которые она там зарабатывает своим непосильным трудом сиделкой, она не тратит на свою дочку вообще, мне кажется. Она все эти деньги тратит исключительно на себя. Как это делает нарцисс, мамаша-нарцисс? Она ездить на э, лизинговом Лексусе. Э, Лизинговый Лексус – это не дешевое удовольствие. Ну, то есть человека, который работает с сиделкой, у которому негде жить, это вообще роскошь для нее. На эту машину там страховка высокая, выплаты ежемесячные. Ну, то есть это такой вот расход. Зачем сиделки Лексус? Сиделка ездит на какой-нибудь там Тойоте за 10 тысяч. Это вот ей реально то, что ей по карману. Но Кристина не хочет ездить на Тойоте за 10 тысяч. Старой Тойоте, короли там какой-нибудь. Ей нужно чувствовать себя какой-то там королевой. Поэтому она тратит деньги, которые она зарабатывает из Ютуба, с, с сиделкой на лизинг вот, этого, вот этой машины, этого Лексуса, который ей нафиг не по карману ни одним местом. Потом она оттюнинговала свою внешность. То есть она поставила брекеты. Это 6 тысяч минимум. Там, я помню, 6 тысяч было э, несколько лет назад. Я, может, сейчас, наверное, еще даже дороже. Брекеты, они, они, похоже, там не совсем хорошо сработали. Ну, как бы в 40 лет ставить брекеты, там ты рискуешь. И она налепила виниры на свои передние зубы. Там кто-то спрашивает виниры у нее. Да, у нее виниры. Она их налепила. Винир в Калифорнии будет стоить 2001 штука. Тоже минимум цена будет. То есть она там налепила их штук, наверное, 6, так вот еще 10 тысяч. Потом она э, вдула себе губы. Я думаю, что она вдувает там всякие ботоксы, э, ходит там на всякие процедуры для лица. Ну, то есть вот это вот деньги, которые человек, ну, сиделка на 25-20 долларов в час тратит. На себя, причем на такие вещи, которые там нафиг не упали. Это уже такие процедуры делают ну, люди, которые могут себе позволить. А когда ты ограничен в средствах, то это, это уже роскошь в ее случае. Ну, потом путешествует в Швейцарию, там, куда-то она поехала, нафиг это вообще нужно? В то время как ее дочка ходит в каких-то там дранах, носках, вообще в какой-то старой, уродливейшей одежде. То есть, там не то, что не хватает денег у нее, а там поставлены приоритеты так, что на этого ребенка вообще не тратится с ее стороны ничего. Ну, хоть она там, в каких-то дранах, кроссовках, носках, какой-то старье, старые отданные кем-то одежде. Ну, то есть, ей вообще пофиг. Реально пофиг. Может, ее Степан и одевает, но Степан. Ну, что с него взять? Во-первых, он мужик, во-вторых, он аутист такой реально жадный. Для него, ну, есть что одеть и есть что одеть. Чем дешевле, тем лучше. Но она, как мать, как бы могла бы одеть своего ребенка нормально, потому что, ну, те, кто живет в Америке, могут подтвердить, что в Америке очень дешевые шмотки. Ну, реально дешевые. Вот можно пойти там, в тот же Walmart или в Брошкины у и на 200 долларов полностью одеть ребенка э, в нормальные новые вещи на лето, например, на летний сезон. И купить ей там и кроссовки по размеру, и какие-то там э, туфли, потому что девочка вообще всё лето ходит в кроссовках. Там жара в кроссовках дождь в сапожищах, которые часто вообще не по размеру. То есть у нее даже ни босоножек, каких-то ни туфель вообще нет. Она вот таскает эти кроссовки огромные. То есть можно купить новые. Там они будут стоить 20-25 долларов. Там туфли какие-то ей купить тоже они будут долларов 20 стоить. Но она их поносит в сезон и все, и выкинул. То есть она вот эти 200 долларов лучше потратит там на очередной укол э, в, эти, в эти губы, которые у нее скривились, или еще там на что-то, но не на этого ребенка. То есть она ее там закинула вот этому Степану, и пускай она там кантуется, как хочет. И возникло такое подозрение у многих после ее видео, где приехала Хани вдруг. вдруг что она, поработав сиделкой с проживанием, не вынесла этой жизни и вернулась жить с Хани. Потому что ну, в тот день, когда Кассандра растянула ногу, многие удивились, но ну, а почему это Хани то приехал? Но он не приехал. Они с Кристиной вместе приехали на день рождения Кассандры. И когда она показывала этот убогий стол, то она показала его машину. Ну, так случайно. И вот его машина, то есть он тоже на этом дне рождения присутствовал. Ну, вместе с ней они приехали. Просто она его не показала. Поэтому я и сказала, что на дне рождения было 10 человек, 10 взрослых. Поэтому, скорее всего, она ну, вернулась к этому Хуану Хане и с ним там как-то проживает, когда нет, наверное, его дочки. Ну и приходит навещать Кассандру. Кассандра этого Хани не любит, это ну, видно. Я не понимаю, почему ну, Степан не ограничит ее визиты к Кассандре, потому что ну, ее влияние на Кассандру весьма такое негативное. Ей явно пофиг на то, что, что там с ней происходит, как она. Она просто приходит туда, делает контент для Ютуба, чтобы там как-то подзаработать денег. Ну и все. Я бы на месте Степана вообще бы, ну, ограничила бы ее в визитах в этих. Ну, дала бы ей там раз в месяц. На чужой территории.